Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Кирилл, я продолжаю вам рассказывать о различных древних гаджетах. Сегодня я хотел бы вам рассказать об одном очень интересном классе вычислительной техники. Это промышленные компьютеры. Внутри эти устройства очень похожи на обычные карманные персональные компьютеры, с которыми в первой половине 2000-х разгуливали все уважающие себя гики. Но на этом, пожалуй, сходство заканчивается. Из различий, первое, которое сразу же бросается в глаза, это дизайн. Дизайн промышленных компьютеров разработан таким образом, чтобы с первого взгляда можно было понять, что перед вами промышленный компьютер. Он большой, он суровый, он брутален от кнопки включения до кончика стилуса, он выполнен из очень твердого, прочного, но довольно-таки дешевого пластика, тем не менее довольно качественного и толстого. Вот. И разработан он таким образом, чтобы девайс мог как можно дольше выдерживать нещадную эксплуатацию в условиях склада или супермаркета. Поэтому в официальных характеристиках перечислен такой параметр, как прочность. На официальном сайте производителя указано, что оба эти устройства выдерживают падение с высоты 120 см на цементный пол. Казалось бы, пятый iPhone тоже выдерживает падение с высоты 120 см на цементный пол. И сотни и тысячи идиотов на YouTube ежегодно это доказывают на своем собственном примере. Но, тем не менее, этот девайс может неоднократно выдерживать падение с высоты 120 см на цементный пол. И я думаю, я просто немного дословно перевел характеристики с английского языка. На русском это звучало бы примерно как «с комфортом переносит падение с высоты 120 см на цементный пол». Вы меня спросите, почему пол именно цементный и почему высота именно 120 см? Ответ очень прост. Эти устройства называются на самом деле терминалы сбора данных, они предназначены для быстрого считывания информации с помощью сканера штрих-кодов, и они используются в основном на складах, в супермаркетах и других местах, где очень важно быстро считать информацию о каком-либо товаре. Поэтому в помещениях, где эксплуатируются эти девайсы, пол в основном цементный, и в основном они используются на расстоянии, на высоте, на уровне груди. Вот. Поэтому производитель не поленился, нанял подразделения тестеров, которые каждое предрелизное устройство бросают с высоты 120 см на специальный подготовленный участок цементного пола. Так, кажется, я немного отвлекся. Давайте расскажу вам, зачем я вообще делаю этот обзор. Во-первых, эти устройства уже сами по себе довольно древние. То есть слева символ ППТ-2700 выпущен в 1999 году, справа символ ПДТ-8100 выпущен в 2003 году. То есть каждому устройству уже более 10 лет. И это уважительная причина для того, чтобы снять на него обзор. Вторая причина. Эти устройства слишком не похожи на гражданские карманные персональные компьютеры, будем называть их так. То есть, по внешнему виду можно сразу же понять, кто перед нами. Промышленное устройство или самый обычный карманный персональный компьютер. У этих устройств очень много отличий, и при их создании применяется несколько достаточно интересных инженерных решений. Обо всем этом я бы очень хотел вам сегодня рассказать. Итак, начнем с дизайна, начнем вот с этого устройства. Символ ППТ-2700, аппарат 99 года выпуска, выполнен в форм-факторе моноблок. На верхней, на лицевой панели находится игривая, относительно, конечно же, пластиковая рамка, которая покрыта лаком с серебристыми блестками. Выглядит очень интересно, но, как видите, в ходе эволюции от этого декоративного элемента, от последнего декоративного элемента, отказались. То есть, вот это устройство уже полностью выполнено из сервопластика. Также на лицевой панели находится дисплей, диагональ 3,5 дюйма, разрешение 320 на 240 точек, экран черно-белый. Экран действительно отображает всего лишь 16 градаций серва, он имеет такую вот чудесную изумрудную подсветку, и подсветка эта обеспечивается за счет люминесценции, электролюминесценции, если я не ошибаюсь, поэтому если близко поднести этот девайс к уху или к микрофону, мы сможем услышать характерное жужжание. Надеюсь, вам сейчас слышно было. Ну, вообще, я хочу сказать, что это очень плохая идея сочетать темно-серую подложку, черно-белый дисплей и глянцевую сенсорную пленку, потому что при дневном свете вообще ни черта не видно. Хотя стоит отметить, что вот, например, в полумраке, который царит на складах или в супермаркетах, в принципе, этот экран достаточно читаемый. Так что более-менее, причем это довольно стандартное решение для конца 90-х годов, поэтому претензий к нему, к дисплею никаких быть не должно.
Экран окружен достаточно толстыми рамками, он довольно сильно утоплен в корпус. Это, в общем-то, необходимо для защиты этого дисплея при падении девайса. Как видите, слева рамка чуть-чуть толще, это нужно для эргономики и для того, чтобы было удобно держать устройство в одной руке. Его действительно удобно держать в одной руке, хотя, казалось бы, какая эргономика может быть у кирпича? Как выясняется, очень даже неплохая. Габариты устройства приводить не буду, скажу лишь, что весит он около 300 граммов. То есть 300 граммов ровно. На лицевой панели помимо дисплея находится кнопка активации сканера. То есть при нажатии на эту кнопку, если мы, конечно же, зайдем в нужное в специальное приложение для сканирования штрих-кодов, тогда, к сожалению, слетела калибровка у дисплея. Поэтому сейчас будет проблематично попасть в нужное приложение. Вот так. Отлично. Что-то ему сегодня очень плохо. Да. Слетела калибровка и... Вот. Наконец-то мы попали в это приложение. Так вот. Вот эта кнопка необходима для активации сенсора, он активируется даже из заблокированного режима и работает примерно так. Дальше, над ней находится светодиодный индикатор, он загорается оранжевым, когда идет сканирование, и загорается зеленым, когда мы что-нибудь отсканируем. Пожалуйста. Вот. Далее, слева и справа от дисплея находятся кнопки управления, они продублированы, то есть и это кнопки вверх-вниз. Дальше здесь находится кнопка «Пуск», здесь находится кнопка «Выбор». Ниже находятся 4 клавиши быстрого доступа к, соответственно, календарю, контактам, таск-листу и диктофону. Кнопка включения и кнопка регулировки контраста. Как работает эта кнопка? Достаточно просто. Мы зажимаем кнопку регулировки контраста и с помощью клавиши «Вверх» или «Вниз» можно отрегулировать контрастность дисплея. В общем-то, на экранах с электролюминесцентной подсветкой это, в принципе, был единственный параметр, который можно было регулировать, и я вам скажу, что не очень-то это и спасает. То есть, днем, как бы вы ни выкручивали контрастность, все равно достаточно плохо читается этот дисплей. Ну, что поделать, такие в 90-х были технологии. Итак, слева и справа находятся, опять же, кнопки активации сенсора, то есть... Все в плане эргономики и удобства использования очень продумано. Можно пользоваться этим девайсом как левшам, так и правшам. Вот. Больше слева и справа ничего нету. Сверху находится сканер штрих-кодов одномерных. Также бывают модификации со сканером двумерных штрих-кодов. Или некоторые производители могут оснащать терминалы сбора данных последовательными портами. И тогда уже ответственность за работу какой-то периферии ложится, конечно же, на покупателя и на IT-отдел. Так, далее. Сзади находится слот для стилуса. Стилус выполнен из желтого пластика, чтобы он не затерялся на сером цементном полу. Также сзади находится петелька и паз для того, чтобы сюда цеплять специальный шнурок. Сзади также находится окошко инфракрасного порта, динамик. Кстати, в отличие от гражданских карманных компьютеров, этот динамик довольно-таки громкий. Увы, не получится протестировать его на музыкальных композициях, потому что это большая проблема залить на это устройство какой-нибудь файл. Вот. Ниже находится микрофон, и снизу находятся контакты для установки машинки на док-станцию. Вот эти вот две очень толстые и суровые металлические заглушки предназначены для того, чтобы открыть крышку батарейного отсека. Сама крышка тоже заслуживает внимания, она достаточно толстая и крепкая, то есть она практически не гнется, и, внимание, она прорезинена. Возникает вопрос, товарищи, почему же современные производители не догадались сделать подобное резиновое покрытие на внутренней стороне крышки? На самом деле, эта вещь очень удобная и функциональная. Во-первых, она защищает, дополнительно защищает аккумулятор от попадания внутрь влаги. Во-вторых, она очень хорошо фиксирует крышку на устройстве, то есть, как вы понимаете, ничего люфтить и скрипеть не будет. Ну и в-третьих, это дополнительная защита от падений и массы других неприятностей, которые могут приключиться с вашим устройством. Я, если честно, не понимаю, почему такое резиновое покрытие сегодня не применяется. Хотя... Кажется, я догадываюсь, конечно же, зачем нужно применять резиновое покрытие, когда можно выпустить устройство, которое будет на 0,2 мм тоньше, чем у
конкурентов. Поэтому, ребята, вот такой вещи мы никогда на устройствах не увидим современных. Итак, под крышкой находится аккумулятор, он вытаскивается за специальный хлястик. Батарейка имеет емкость 1400 мАч, и для 99 года это очень даже неплохой результат. Здесь находится специальная кнопка, которая нажимается при закрытии крышки, то есть это своеобразный датчик, который позволяет устройству понять, установлена крышка или нет, и устройство без крышки не включается. Также здесь находится кнопка Reset, и, в общем-то, больше ничего здесь нету. Ах да, и, скорее всего, здесь же находится микрофон, потому что на крышке выгравированы какие-то специальные символы. Возможно, микрофон находится здесь или здесь. Я, если честно, не знаю. Так, давайте закроем крышку. Вот, наверное, все, что можно сказать по дизайну этого устройства. Опять же, очень эргономичный дизайн, то есть идеально ложится в руку, несмотря на то, что девайс довольно громоздкий и достаточно тяжелый. Вот. Теперь давайте поговорим вот об этом устройстве. Это Symbol PDT-8100, аппарат выпущен в 2004 году. Итак, на передней панели находится разговорный динамик. Это на самом деле рудимент, то есть никакой функциональной нагрузки именно в этом гаджете он не несет. Эта вещь нужна для модификации Symbol PDT-8100, в которой устанавливался GSM-модуль, то есть в некоторых устройствах таких применялся слот для установки обычной сим-карты, и с помощью таких девайсов можно было даже разговаривать как по самому обычному сотовому телефону, или, например, выходить в интернет с помощью GPRS. Вот. Но на самом деле было бы неплохо достать такой телефон в маршрутке и поговорить по нему, да. Это выглядело бы странно. Дальше под разговорным динамиком находится индикатор сканирование, индикатор сканера, опять же. Нет, здесь нету штрих-кодов, но работает он точно так же, как и на Symbol PPT-2700. Опять же, слева и справа эта кнопка продублирована, очень удобно. И сверху революция в мультимедийных технологиях на промышленных компьютерах, разъем для подключения гарнитуры. Опять же, это 2,5-мм разъем, он через переходник работает идеально со всеми обычными наушниками. Сверху находится, опять же, окошко сканера штрих-кодов, и оно защищено специальным резиновым бампером, который, в общем-то, я думаю, неплохо защищает этот гаджет от падений. Снизу такая могучая, суровая пластиковая скобка, к которой, опять же, крепится ремешок, или вот такая вот специальная веревочка. Внизу, опять же, паз для крепления того же самого ремешка. Сзади также находится стилус. Он серый, он сливается с цементным полом, но, внимание, революция в средствах поиска стилуса. Этот стилус сделан на специальной резиночке, поэтому он никогда не потеряется. Под пластиковой скобкой находится динамик. Он на самом деле тоже очень громкий, и я опять же сужу по системным звукам, то есть я сюда все-таки не смог залить никакую музыку, и придется тестировать этот динамик только системными звуками. Ниже находятся специальные 4 контакта, они нужны, и вот этот вот паз. Все это нужно для подключения еще одного интересного аксессуара в виде пистолета. То есть вот такая вот ручка крепится к нижней части устройства, и впереди находится специальный курок. Это тоже дополнительная кнопка для активации сканера, и, как показывает практика, на самом деле это очень удобно. То есть в супермаркетах, в частности в супермаркете Касторама, я видел подобные терминалы, на которых как раз-таки были прикреплены ручки с таким курком. Вот. Также сзади находится окошко инфракрасного порта. Снизу находятся контакты для посадки на док-станцию. И, о чудо, док-станция сохранилась. Вот так она выглядит. В принципе, классический вариант док-станции для карманных персональных компьютеров. Если вы смотрели обзор Dell Exim, вы, наверное, помните, что в том случае док-станция выглядела примерно так же. Из чего она состоит? Ну, во-первых, паз для посадки самого устройства. При посадке устройство начинает заряжаться и синхронизироваться с компьютером. К сожалению, док-станция не включена в сеть, поэтому мы не увидим, как загораются световые индикаторы. Также здесь находится отдельный паз для зарядки аккумулятора. И сзади находится, во-первых, гнездо для шнура питания и гнездо для синхронизации. На первый взгляд это обычный RJ45, но не все так просто. Во-первых, сверху написано Serial, то есть мы уже как бы понимаем, что речь идет о подключении к последовательному порту.
возникает закономерный вопрос. В последовательном порте 9 контактов, в RJ45 8 контактов. Как же осуществляется синхронизация? Ответ очень прост. Это очень хитрый RJ45, в котором применяется 10 контактов. Впервые я увидел этот разъем именно здесь, но, как показал Google, это достаточно популярный разъем, который иногда используется. Вот. Как вы уже понимаете, такого кабеля у меня нету, поэтому подключить устройство к компьютеру и перепрошить я его не смог. Вот. Также снизу находятся 4 силиконовые ножки. Возможно, их когда-то было 6. Хотя, скорее всего, вряд ли. Вот. Также впереди я забыл рассказать о клавиатуре. На первый взгляд, для пользователей обычных карманных персональных компьютеров эта клавиатура выглядит, ну, скажем так, непривычно. То есть здесь полная алфавитная раскладка, то есть это полноразмерная клавиатура, весь английский алфавит представлен здесь, но раскладка, буквы расположены в алфавитном порядке. Это очень непривычно для нас, для пользователей, которые привыкли к QWERTY, но на самом деле эта раскладка традиционна для всех терминалов сбора данных, и она берет свое начало, если мне не изменяет память, еще с устройств марки Psion. Psion Organizer, такие вещи появились в середине 80-х годов в Великобритании, и они как раз-таки были прообразами современных терминалов сбора данных, и как раз-таки на Psion Organizer использовалась раскладка клавиатуры в алфавитном порядке. Также все кнопки, помимо ввода букв, могут вводить другие символы или использоваться для других целей. То есть режим ввода букв и цифр переключается с помощью кнопки Alpha. Например, здесь у нас находится не в режиме букв навигационные клавиши, клавиша Enter, клавиши регулировки громкости, регулировки контрастности, цифры, функциональные клавиши, Escape, Control, Tab и, в общем-то, Shift, Caps Lock, в общем-то, все кнопки, к которым мы привыкли на современных компьютерах. А, я немного ошибся, здесь Function, а Enter находится ниже. Также кнопка включения и кнопка регулировки подсветки. Подсветка переключается по кругу, то есть при нажатии на эту кнопку включается подсветка клавиатуры, очень приятная зеленая. Если нажимаем еще раз, выключается подсветка полностью, то есть матрица здесь трансрефлективная, дисплей цветной, и поэтому днем тоже достаточно хорошо все видно. Вот. И если мы нажимаем на эту кнопку еще раз, то включается подсветка. Подсветку можно регулировать. Сейчас она на минимуме, сейчас она на максимуме. Но светодиоды у этого дисплея расположены только с одной стороны, именно слева, поэтому в таком формате устройство можно использовать как фонарик. Кажется, он вырубился, да? Нет, вот он. Устройство можно использовать как фонарик, а с этой стороны, скорее всего, расположено зеркало. Далее, ниже находится, конечно же, разъем для микрофона, здесь он жизненно важен, опять же, не забываем про модификацию с GSM-модулем. И сзади находится, опять же, под не менее суровой крышкой, находится батарейный отсек. Сама крышка уже прорезинена не полностью, но, опять же, резиновый ободок присутствует. И это, опять же, защищает от влаги и дарит устройству дополнительную прочность. Я, опять же, не знаю, почему в современных гаджетах такого нет. Далее, здесь находится аккумулятор, он имеет емкость 1950 мАч, это очень даже круто. Опять же, датчик того, что крышка закрыта, кнопка Reset, и аккумулятор извлекается из устройства с помощью специальной щеколды. Вот так вот она отодвигается, и можно батарейку извлечь. Такая вот она толстая. И под батарейкой находится еще одна интересная вещь. Слот для карт памяти Compact Flash. Достаем мы ее с помощью стилуса. Это очень увлекательный процесс, напоминает извлечение сим-карты из лотка современных смартфонов. Это на самом деле не паз для установки Compact Flash карты, это заглушка, то есть оригинальная Compact Flash карта выглядит, ну, имеет точно такие же габариты. Конечно же, вместо Compact Flash сюда можно вставить любую периферию, совместимую с этим разъемом, например, классический вариант – это Wi-Fi адаптер, выполненный в формате Compact Flash, вот, и другая периферия. То есть в то время очень популярными были такие аксессуары, потому что многие устройства не оснащались, например, Wi-Fi, Bluetooth или GPS из коробки, и все это можно было установить как отдельные аксессуары.
Вот. И не переплачивать за ненужные коммуникации. В общем-то, это неплохая идея, и, наверное, сегодня можно было бы реализовать что-то похожее, но, к счастью, все эти гаджеты, все эти устройства уже очень дешевы, и их установка в смартфон стоит дешевле, чем лицензия на Windows Mobile, на Windows Phone, простите. Вот. Больше под крышкой ничего интересного нет, и, в общем-то, это все, о чем можно рассказать. Впервые вижу такую надпись, кажется, это предупреждение о том, что устройство хочет жрать. Ну, неважно. Мы все-таки о нем расскажем. Теперь давайте поговорим об аппаратных характеристиках этих устройств. Здесь на самом деле ничего интересного нет. Как я уже ранее говорил, эти устройства являются полными копиями в плане железок самых обычных карманных персональных компьютеров. То есть здесь применяется стандартный процессор архитектуры MIPS, который был очень популярен в обычных КПК конца 90-х годов. Он работает на частоте 131 МГц. В этом устройстве применяется 16 МБ оперативной памяти и размер встроенного ROM-чипа 12 МБ. В принципе, это стандартные характеристики для устройств 99-го года выпуска, и ничего особо примечательного здесь нету. Работает устройство на базе операционной системы Windows CE версии 2.0. Это предшественник таких операционных систем, как Windows Mobile 2002, 2003 и так далее. То есть это одна из первых мобильных операционных систем от компании Microsoft. Вот. Это устройство по железкам очень похоже на ту же самую HP Jornada. То есть здесь точно такой же процессор архитектуры Strong ARM. Модель называется SA1110, и работает процессор точно на такой же частоте, как и HP Jornada, 206 МГц. В принципе, на производительности это никак не сказывается. Здесь с производительностью проблем не возникает. Несмотря на то, что этот процессор для 2003 года выглядит уже немного староватым. В то время были уже гораздо более мощные железки. Что касается оперативной памяти, здесь ее 64 МБ. Это для 2003 года, наоборот, очень даже круто. Встроенной памяти здесь, если я не ошибаюсь, 32 МБ. Ну и, как вы уже видели, есть слот для установки компакт-флеш-карточек. Вот, теперь работает это устройство на базе операционной системы Windows Mobile 2002, и на официальном сайте указана возможность перепрошивки на Windows Mobile 2003. Достаточно редкий пример, потому что девайсы на Windows Mobile, насколько я знаю, достаточно редко обновлялись до следующих мажорных версий, поэтому это редкое исключение из правил. Вот. Теперь, что касается отличий от карманных компьютеров в плане софта. То есть, казалось бы, эти устройства работают на точно таких же операционных системах, но здесь, опять же, есть свои отличия. Например, в устройстве Symbol PPT-2700, помимо того, что установлен софт для сканирования штрих-кодов, которого, конечно же, нет в обычных карманных персональных компьютерах, здесь есть еще некоторые другие отличия. Во-первых, подавляющие части приложений, которые идут в стандартной поставке Windows CE, здесь просто нету. Здесь нету Pocket Office, здесь нету музыкального плеера и некоторых других вещей, которыми я не пользовался, но которые здесь, скорее всего, тоже отсутствуют. Зато здесь предустановлены такие вещи, как Internet Explorer, заметки, электронная почта, контакты, календарь, также расписание, ну, то есть ежедневник, и самое интересное, солитер. Да, суровые кладовщики могут в перерывах между сканированием штрих-кодов играть в солитера, если, конечно же, IT-отдел не установит сюда специальную модифицированную прошивку с складским ПО. Теперь, что касается как раз-таки этого складского ПО. Это, наверное, последнее, что я расскажу об этих устройствах сегодня, и, наверное, это последнее отличие от обычных карманных персональных компьютеров. Дело в том, что эти устройства поставляются чаще всего чистыми. То есть на них чаще всего установлена чистая версия Windows CE или Windows Mobile. И IT-отдел той или иной компании уже с помощью встроенных, точнее не встроенных, а поставляемых вместе с этими гаджетами средств разработки программного обеспечения, например, Windows CE SDK или что-то в этом роде, они с помощью этих самых SDK разрабатывают какой-нибудь
программное решение, которое идеально впишется в уже существующую на предприятии складскую систему. То есть, почему бы не поставлять какие-то встроенные складские системы вместе с этими гаджетами? Да, это практикуется. То есть, уже разработаны готовые складские системы и готовые системы для терминалов сбора данных, с которыми эти девайсы иногда поставляются всевозможными ритейлерами, но чаще всего, насколько я знаю, применяется именно разработка готового решения именно с нуля. И как раз-таки, кстати, вот это вот устройство, символ PDT-8100, и является девелоперовским девайсом, на котором обкатывалась одна из складских систем, точнее, одна из систем для терминалов сбора данных. Вот. Эта система, насколько мне известно, вшивается напрямую в прошивку, и с помощью хард-ресета ее никоим образом отсюда не выпилить. Именно поэтому я не смог сюда установить музыку, а сюда я не смог ее установить, просто потому что нету медиаплеера и очень мало встроенной памяти. Вот. Наверное, это все, что я сегодня хотел рассказать об этих замечательных устройствах. Как видите, у этих гаджетов, у производителей этих устройств есть чему поучиться производителям современных гаджетов. Я сейчас говорю как раз-таки о надежности и долговечности. Как видите, эти устройства, в принципе, выглядят для своего возраста очень даже неплохо. Их корпуса не скрипят и не люфтят, то есть они до сих пор абсолютно монолитны и никаких нареканий в плане прочности не вызывают. Вот. И это, конечно же, большой плюс по сравнению с тем, что мы видим сегодня, когда устройства разваливаются буквально у нас в руках. Ну что ж, наверное, это все, что я вам сегодня хотел рассказать. Большое спасибо за то, что посмотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего нового. Всем еще раз большое спасибо за просмотр и всем пока.